Привет-привет! Сегодня обзор 11-го каталога, а также обзор моих покупок. И также расскажу о продуктах, которые мне нравятся в этом каталоге, и они идут с очень большой скидкой. И первое, о чем мы говорим, это о том, что компания Oriflame вместе с принцессой Мадлен, с принцессой Швеции. I'm Princess Madeleine of Sweden, and my mother founded World Childhood Foundation 14 years ago with a dream to ensure that every child grows up in an environment away from harm and neglect. We are now launching the Thank You campaign to allow each of us the chance to say thank you to the people who made a difference in our own childhood. Проект направлен на благодарность тем людям, которых мы любим. И у меня недавно была фотосессия, где я фотографировалась с новиночкой, с туалетной водой. И, конечно же, благодарила маму за то, что она мне сделала. Она помогла мне стать тем, кем я являюсь. Сейчас она у меня стала любимицей. Вот так выглядит флакончик. Похож, аромат нежный, свежий, чувственный. И он подойдет именно вот такой летний период. И вот здесь самый главный акцент — королевская лилия. И не передаю словами, но он настолько свежий и подойдет как дневной аромат, аромат на работу. Такой вот воздушный, легкий, свежий, чистый. Думаю, она вам однозначно очень понравится, так же, как и на подарок будет один из самых удачных вариантов. То есть, кто пробовал этот аромат, все однозначно говорили, что классно, это мой аромат, нравился. Это вот такой вот зонтик, есть для девочек и для мамы в одном стиле. Единственное, одно минус, он немножечко маловат, то есть рассчитан на возраст где-то 5-6 лет максимум. Для девочек и для мальчиков у нас появляются новинки с любимыми диснеевскими героями. И ароматы, как обычно, очень интересные, свежие, детские, так как действительно должна пахнуть девочка, принцесса. Особенности этих серий в том, что они разрабатываются и тестируются на самом высоком уровне. Они проходят тесты во всех странах, в европейских странах, там, где они и будут продаваться. Сделаны в Польше. Неоднократно я показывала в своих обзорах серии для окрашенных волос, моя любимая, и 50% скидка. Я не знаю, получается так, что я всегда ее по акциям беру с 50% скидкой. Либо с 70% скидкой было, когда я покупала вместе с краской. Краску заказываю каждый практически каталог, подкрашиваю только корешочки, а остальное вот протягиваю, и все остальное остается у меня с тем же оттеночком. Еще купила два аромата в мини-версии Viva City и Pretty Swan. Купила только из-за того, что мне скоро в отпуск, у нас будет конференция в Валенсии, и я хотела взять какой-то маленький мини-аромат, мини-флакончик, чтобы он не занимал много места. И вы можете сразу догадаться, какой мне аромат больше понравился. И я была удивлена, что он стал одним из моих фаворитов сейчас. Интересный запах. А фаворит прошлого сезона идет с 60% скидкой. Туалетная вода Voyage Woman. У меня было ее два флакона, два или три флакона даже. Аналог похож на аромат Джорджо Армани, Аква, Диджи, что-то такое там. Вот, хороший свежий аромат, невероятно, невероятно интересный. Пробуйте пробники или сразу туалетную водичку, на лето будет самое то. Представлены новые парфюмерные ароматы, спрей, парфюм. Такой хороший, интересный аромат. Заказала два, спросила мужа, какие тебе ароматы заказать, он потер странички, сказал, заказывай оба. Он мне непривередливый, ему нравится практически все. Что еще заказала ему? С 70% скидкой сейчас акция была на этой неделе, туалетная водичка в железном футляре. Наверняка вы ее знаете, у нас она идет в расход, я не знаю, сколько флаконов еще у меня
3 или 4 про запас я по акции лояльности, в программе лояльности это брала. И также в любимое средство моего мужа ополаскиватель для рта. И разочарование каталога, это вот такой вот, вот такая вот визитница. Муж попросил, он говорит, закажи, посмотрим, что это такое. Честно говоря, практически бесполезная вещь. Я думаю, что, скорее всего, я сейчас ее сдам. Вот преимущество компании Oriflame. Главное, чтобы упаковка была не повреждена, пакетик целый, открыли, посмотрели. Если вам что-то не понравилось, обратно можно в компанию сдать и деньги вернуться на предоплату. Каждая женщина, если хочет выглядеть шикарно, достойно через 5, 10, 20 лет, должна уже сейчас заботиться о своей коже. Самая тонкая кожа у нас кожа под глазками. И не делайте ошибку, не используйте дневной и ночной крем для области вокруг глаз, потому что здесь кожа совершенно другая. И мы каждый день делаем десятки тысяч движений, мы еще можем подтравмировать кожу, потереть ее. Вот. И прежде всего возраст выдает морщинки у нас именно кожи вокруг век, поэтому нужен здесь будет тщательный уход. И сейчас по смешной цене идут крема для разного возраста 35-40 и 45 лет, 45+. Крема я взяла себе коллаген, я его уже неоднократно брала, здесь роликовый массажер, то есть еще дополнительный эффект лифтинга делает, массаж делает. Вот, и взяла также из серии Diamond, в него добавлена алмазная крошка. Невероятно шикарный, продаваемый и хороший спрос на этот крем. Крем имеет вот такой дозатор, чтобы выдавливать, то есть удобно. И хоть он и 40+, я его взяла поиграться, потом я его отдам маме, сейчас в отпуск поеду поиграться как. То есть вот буквально через пару часов я еду в спа-салон делать массаж, где мне будут делать что-то, шоколадную какую-то процедуру. И так же, как я не часто хожу в салон и не делаю такие процедуры, то же самое, например, для меня вот этот вот крем. Он возраст 40+, это не говорит о том, что если вы его начнете использовать, что-то с вами случится. Нет, это означает, что в 35 на лице, на коже одни проблемы. Проблемы, да, состояние кожи. В 40 лет немножко другие, и вы можете сразу не почувствовать крем. Например, если его начнет использовать моя мама, она сразу получит эффект, потому что у нее проблемы больше с кожей. У меня меньше, так как я, например, начала использовать, когда серию коллаген, я быстрого эффекта или сразу вау-эффекта я не получила. Почему? Потому что моя кожа для моего возраста достаточно хорошо ухоженная, и нету таких явных признаков мимических морщин. Почему? Потому что я поддерживаю состояние моей кожи. Так же, как и здесь. То есть, если вы возьмете крема возраста старше, ничего страшного, но и смысл тоже в них нет, потому что у вас нету тех морщин, от которых для которых предназначено это средство. Да? Представляете, это то же самое, как вот спецназ пришел, вы вызвали спецназ, да, а на самом деле ничего не произошло. Спецназ пришел и говорит: вау, вау, что здесь делать, кому помочь, что здесь произошло? Они говорят: да, в принципе, ничего. Ну что, они потусовались и не выполнили свою функцию. Так и здесь то же самое. Причем скидка здесь сейчас 269 рублей этот крем для век стоит, а полная стоимость 1260, что ли, 1270, на 1000 рублей скидка этого крема идет. Также по акции у нас идут вот такие вот ложечки-вилочки с позолотой с покрытием. Достаточно легкие, интересные. Собираем все коллекции. То есть, если вы не успели заказать по прошлому каталогу ложечки, можете еще заказать. По распродажам идет футляр для тампончиков, набор я собираюсь. И вот такое вот мыло, тоже по смешной цене. На последних страничках у нас идет акция с лаком The One. Это моя коллекция лаков, где вы можете при покупке лака купить
средство для закрепления лака за 49 рублей. Также где-то в распродаже в каталоге по смешной цене идет средство для снятия лака. Это старая версия, почему бы и нет. Еще в распродаже идет вот такая тушь для увеличения, удлинения ресничек. Одна из моих любимых, она реально дает эффект. И где-то даже снимала видео, когда показывала, вот снимала одну тушь, сделала и другую. И вот реально, когда вы красите, вот чувствуете, как реснички протягиваются, удлиняются за счет того, что там специальные фибровые волокна есть. Но минус этой туши в том, что она больше предназначена для того, чтобы не торопясь делать качественный макияж. То есть, когда вы накладываете, она тонким-тонким слоем, не так, как вы накрасили тушь 5 водой, раз, эффект такой тух-тух-тух, и ваши ресницы прям такие вот плотные, большие, густые, объемные. Здесь идет больше на удлинение, когда вы один слоем за слоем прокрашиваете. Вот реально, вот эти волокна, они должны выстроиться в цепочечку. Поэтому это не для быстрого нанесения, то есть немножко потребуется больше времени. Конечно же, наши брови должны быть ухожены. Это тренд сезона, на всех показах они должны иметь четкую форму, красивые. Сейчас модно брови отращивать, делать широкими. У меня от природы они не широкие, мне не так вот повезло. Точнее, были когда-то, я их перещипала в свое время, и они у меня не могут никак восстановиться. У нас была прошлая версия, вот такой наборчик. Чем они отличаются? Вы знаете, мне кажется, темный оттеночек, чуть-чуть нюанс, вот буквально капельку есть, изменился, а так, в принципе, ничем. Если не ошибаюсь, это у меня уже четвертая палетка. Ну и, конечно же, вот такой вот, ой, сразу покажу вам, вот такой стандартный набор. Продукция для меня, для моего супруга и для моей дочурки. Как правило, этот комплект идет всегда для супруга. Обычно я заказываю иногда 2-3 пачки, потому что часто муж в сменах, и правильное питание, да, перекусы. Вот такой один батончик заменяет одну порцию каши, овсяной каши, например, по злакам. И также очень важны нам белки. Еще одно открытие этого месяца для меня стал фитнес, причем фитнес направление зумба. У нас на пляже в Омске проходил праздник, день фитнес-клуба «Алекс», и там была 7-дневная бесплатная программа, когда вы можете посещать все занятия. Я была настолько восхищена тем, что изначально, как фитнес, я не люблю, представляла что-то там прыгать на мячики, там что-то, какие-то упражнения делать на тренажерах, это скучно, занудно, это не для меня. Но когда я узнала, что там есть танцевальные программы, практически каждый день идет латино, ориенталь, белли-дэнс, пластика, что-то такое, и меня впечатлило направление зумба, потому что это что-то такое стильное, клубное. Придя домой, отзанимавшись, я набрала в поисковике в ютубе зумба, и я увидела столько интересного всего. Поэтому, девчонки, советую вам набрать в ютубе зумба, посмотреть, как это здорово, можно заниматься, не выходя из дома. И я была настолько впечатлена, получила быстрый эффект, сжигание калорий. Ну да, и плюс наши wellness-напитки. Почему? Потому что белок способствует тому, чтобы набрать именно мышечную массу, также укрепить. То есть вы, может быть, будете первое время весить один тот же вес за счет того, что ваши мышцы будут нарастать, и у вас будет именно тело более скульптурное, да, такое как правильно четкое, красивое, красивые формы. Вот, поэтому сейчас я пью две порции wellness-коктейля для того, чтобы позаниматься. И действительно, я вот реально я почувствовала, как моя талия начала сужаться. То есть такое вот тело, и все мышцы, они буквально, они протянуты, они болят. Такое приятное ощущение, очень рада. Сейчас я уезжаю в отпуск в Краснодар и в Валенсию. Вот, я в предвкушении, поэтому, наверное, обо всех новиночках я вам как раз таки буду рассказывать из Валенсии, прямо с номера, потому что она будет представлять новинки. Пропустила. Это на последней страничке у нас карандаши для губ. Здесь было мое удивление и немножечко разочарование. Разочарование в том, что карандаши теперь не имеют вот такой вот грань. Мне это стало неудобно, только вот здесь по цвету можно отделить.
Но. Качеством они очень сильно изменились. А, текстура стала невероятно мягкой, нежной. А, знаете, это не похоже на карандаш, это больше похоже на губную помаду. А, вот сейчас вы видите, макияж губ выполнен только одним карандашом. Один карандаш, и буквально на середину я добавила мою любимую помаду серии Giordani. И очень удивил оттенок беж. Вот такой вот беж. Тем, что он, такого оттенка еще не было, он практически светлый, белый. И когда вы наносите нюдовую помаду, происходит такой вот объем. Удивилась. И вот карандашик, он даже вот какой-то даже водянистый, такой нежнейшей текстуры, классный. И я пожалела, что купила всего 3 карандаша. То есть вот 2 карандаша вот такого оттенка, да, можно даже как помаду, ну, делать, и один карандаш такого. Оттеночки, если был карандаш раньше такого цвета, видите, оттенок не такой, но структура стала шикарной. И все, до следующей встречи, она появится на этой валенте. Я вам очень рада, потому что компания готовит такой шикарный запуск. Все, пока-пока.